Теперь моя очередь, друг. Нельзя так заканчивать танец. Твои любимые, вроде. Очень вовремя, Ада. Что бы я без тебя делал? Ах, да. Спасибо. Прикинь, эти чертовы монахи все у меня отобрали. И янтарь тоже? Нет. Его я спрятал прежде, чем попался. Ну тогда веди. После вас. Что ж, идем. Сюда. Он близко? Не очень. Он спрятан. Без янтаря сделки не будет. Ты знаешь условия. Ладно, ладно. Зачем он тебе вообще? Не знаю. Пока. Вот и они. Нас уже ищут. Уходим по-тихому. Понял? Да, понял. Ну, давай, Луис. Ну, даю. Верни янтарь. Встретимся позже. Эй! Слушай, разве мужчина бросит даму? Давай осторожнее тут! Встречаемся у церкви!
Изыди. База, прием. Луис спрятал янтарь, но я послала его за ним. База, меня слышно? Слышно. Продолжай. Возникла неожиданная проблема. И? Что ты будешь делать? Луис уже на пути к церкви. Я за ним приглядываю. Хорошо. Но советую поспешить. Ладно. Только оценю маршрут. Надо выйти и осмотреться. Мне надо туда. Иди по верхам. Способ знаешь. Это опасно. Надо быть начеку. Интересно, что это? Может, сначала прогуляться? Нужно унять эту артиллерию. Получилось.
ничего личного. Почти выбралась. Он хочет получить янтарь. Этот ящик Пандоры. Сколько зла можно совершить с ним? И какова будет цена? Оплатить ведь придется, обязательно. Лучше даже не думать. Я поняла это. И смирилась. Но та ночь в Ракун-Сити все изменила. База, выдвигаюсь на встречу с Луисом. Вижу высокую активность Лос Иллюминадос. Не расслабляйся. Ясно. Отбой. Где-то недалеко должна быть церковь. Теплый прием. Здесь большая толпа. Чего это они так всполошились? Президентская дочь. Конечно же. Как же это не вовремя. Считай, что деревня заражена, и всех ждет погибель. Я читала досье. Ладно, я разберусь.
Леон, куда же без тебя? Давай, отвлекай наших друзей. Поищем другую дорогу к церкви. Пойду здесь, пожалуй. Вот она, церковь. Опять подвел. Похоже, придется помочь. Так и быть, Леон. Разок помогу. Не задерживайся, Луис. Мы потеряли сигнал от Луиса. Где-то в окрестностях леса. Надежды мало. Это же там, где Мендес? У него там дом. Может, стоит проверить? Иди. Я тоже посмотрю, что можно сделать. Всегда с ним так.
скорее в церковь. Не опаздывайте. Эй, незнакомка, что покупаем? Так себе место для торговли, незнакомец. Да, но все же вы здесь. О, ну что ж, пусть наша первая сделка станет запоминающейся. Сгущается. Что, тебе не нравится? Что со мной? Так, надо найти дом старосты.
пахнет сгоревшей плотью. Думала, это в прошлом. Отвлекай их, Леон. Может, выйду на Луиса? Что у нас тут? Как-то грязновато. Лети, пташка. Наверное, он здесь. Я для вас. Кажется, оторвалась. Приходите за покупками еще.
что-то есть. Здесь был здоровяк. Заперто. Здесь никого нет. Работа Луиса? Следы Луиса. Его частота? Ада! Все-таки нашла меня! Работа такая. Ты уже готов передать мне янтарь? На краю деревни за мельницей большой дом. Видела? Да, я видела. Тогда иди туда. Я буду там. Прости, Луис, я задержусь. Так себе день. Вескер, чем обязана встреча? Не тяни время, Ада. Найди Луиса и принеси янтарь. Кстати, спасибо за номер. Останешься? Поможешь мне? Я что, тебе нянька? Ты должна быть ресурсом, а не обузой. Терпеть не могу дилетантов.
Давай полегче, Вескер. Займись делом. Я на связи. Ада, ты цела? Я заждался. Ты же идешь, да? Да, просто у меня возникли кое-какие дела. Иду к тебе. Понял тебя. До скорого. Чао. О, а ты популярен, Луис. Точно не туда. Темпами все разнесет. Thank you.
гляди, как намусорил. Сладких снов. Привет. Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Ты же вроде не собиралась возвращаться. И что? План изменился, да? Ты злишься? Ты злишься. Есть одно дельце, которое мне надо сделать, прежде чем вернуть янтарь. Прежде? Торговаться вздумал Луис. Сначала подумай-ка, стоит ли. О. Слушай, кое-кто попал в беду. Ты же знаешь, я помогаю людям. Кое-кто. Леон? Да, именно. Леон и та девушка. Они заражены. Им нужен препарат, чтобы замедлить болезнь. И он работает. Я пробовал. На себе. И я... А мне-то какое дело? Ты тоже заражена. Я долго изучал паразитов, Ада, и я вижу симптомы в твоих глазах. Ты, наверное, и сама уже чувствуешь. Препарат способен замедлить болезнь. Просто поверь мне, сплошные плюсы. И нечего терять. Ладно, но это последний шанс. Потом тогда отдашь янтарь. Скажу Леону. Ола, это Луис. Вы еще тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао! Прости, что заставил ждать. Начнем? Дамы, вперед! Рыцарь, значит.
Внизу секретная лаборатория. Мои вещи там. В том числе ингибитор? Что бы я без тебя делал, Ада? Кормил паразитов? Что-то горит? Сейчас узнаем. Мерда! Ада! Они здесь! Естественно. Нет, нет, нет! Нельзя, чтобы лекарство сгорело! Луис, ты чего? Луис! Серьезно? Нельзя вдыхать дым. Собрался умирать, давай сначала принесешь янтарь. Препарат. Все сгорело. Что ты так переживаешь? Я должен многое исправить. Но теперь все. Это конец. Я не смогу им помочь. Соберись уже, Луис. Ты сможешь. Сделай препарат. А что, может, правда? Все компоненты здесь. Здесь, в замке. Пусть не сразу, но я принесу тебе янтарь. Ладно, пошли. Вернемся наверх вот так и решим, как быть дальше. Сюда! Эй, а на кого ты работаешь? Тебе лучше не знать, поверь. Работай хоть на дьявола, мне плевать. Только забери меня отсюда. Так, я открою. Где ключ? Чёрт. Видать, выронил. Так. Ну что, получится так себе. Но хоть что-то. Ада, найди вот это. И, возможно... Я сделаю еще лекарство. Время наш враг. Иди, найди все. А я за янтарем. Удачи мне. Разбегаемся. Удачи. И тебе. Так, начнем
с мастерством. Енот. Значит, это судьба. Я для вас отложил кое-что. Мой другой клиент про это не знает. Очень хитро. Первый ингредиент где-то здесь. А вот и чернила. Вот тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки, Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей и так конец. А уйдешь сейчас? И кто знает? Вдруг доживешь до следующей встречи, и она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто?
Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. До встречи, Леон. На воротах и на гонге один символ. Все просто. Место. Кто это вообще придумал? Теперь второй ингредиент. Ловушка. Нужен какой-то предмет. Я знаю, что сейчас будет. Точно. Да.
Ну вот, остался последний. Так, Луис, два есть. Третий в комнате, куда можно попасть со стены. Неси все наверх, на стену. Я отдам янтарь. О, я еще кое-что узнал о том камне. Высылаю. Можно было просто пропустить. А, этот голос. А, голова. Остался последний ингредиент. Этот звук. Ах, да. У меня еще остались кое-какие дела. Ну? Что у тебя с янтарем? Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты, главное, держи свою псину на привязи. Он славный мальчик. Послушный. Ладно, оставь пса. Но не жалуйся, если он тебя покусает. Леон, ты не передумал? Ада. Допустим, что нет. Тогда слушай. В тронном зале назревает что-то серьезное. Трудно быть нянькой, да? Ищу-ка внизу. Здесь хранятся коллекции. Синяя бабочка.
Я все нашла. Ага. А я принес, что ты просила. О, это плохо. Паразит реагирует на янтарь. Так это янтарь? Вполне в стиле Вескера. Обезвредим паразита. Хотя бы на время. Ну что? Будь здорова. Но помни, это на время. Надо еще как-то извлечь паразита. Уже должно сработать. Бери янтарь и беги. Вернешь мне этот чертов камень, когда паразит уснет. И бросит тебя? Нет, не дождешься. Хватит, я справлюсь. Ты же еще что-то обещал. Ладно, только найди меня, когда разберешься. Янтарь у Луиса. Надо искать. Это следы Луиса. Он прошел здесь. Заперто. Дальше вниз. Это что?
правда хорошо изучил замок. Гнездо? Надеюсь, его хозяев здесь нет. Я не поплыву. Проблема с водой решена. Надеюсь. Что надо. Интересно, как долго он здесь жил? Спасибо, что помог, Луис.
Опять ты? Надо убить эту тварь. Ну все, иди сюда! Да, вот здесь. Навязчивая тварь. Пора с ней покончить. Учись драться. Совсем то, что я ожидала.
нож. Может, хватит? Теперь Луис. Ада! Этот гад, этот Краузер забрал янтарь. Леон с ним дерется. Уже иду. Прости, похоже, я не справлюсь. Я скину данные, они помогут. Янтарь, Луис, где он? Спасибо за шанс быть полезным. О чем ты? Благодарю. Я ж говорил, я всегда помогаю людям. Поможешь Леону, когда я умру? Кстати, им уже нужна помощь. Леон! Луис, прощаться некогда. Ты не уйдешь. Леон, времени мало, слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо? Да, надо. Так, теперь Краузер.
так быстро перебрался? Эшли! Леон! Как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Сэдлер одарил тебя своей милостью. Но ты так и не... Вот так. Отвлеки его немного. Краузер завладел янтарем. Ты продолжаешь меня разочаровывать. Я его верну. Скоро. Уж будь добра. Все должно быть по плану. Поняла. Клиента огорчать нельзя. Леон. Черт. Что ты ищешь? Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. Ракун Сити. После катастрофы мир стал другим. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотня. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. Тогда скажи мне, ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Мы на месте. Думать вредно ли он?
До встречи. Вот так всегда. Еще рано. Кто тебе нужен на сей раз? Я или Седлер? Зависит от тебя. Новый план. Конечно, можешь отказаться. Думаешь, испугаюсь? Интересно. Ладно, сделаю. Но с тебя доплата. Разумно. Я пришлю координаты. И помни, я ненавижу ждать. Ждать, я помню. Будет долгим. Осталось чуть-чуть, но будет совсем непросто. Принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало. Убьем эту гадость. За Луиса. Прием. Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты знаешь, где она. Все самое важное находится в их святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Ха, справочник по имени Ада. Удачи. Сочтемся. Не вздумай умирать. Никак.
Надо открыть, чтобы попасть в центр связи. Только электричества нет. Ожидаемо. Теперь я выберусь. Не очень скрытно, но сойдет и так.
Всего доброго. Простите, билетик ваш можно? Не люблю такие аттракционы. Как много охраны. Надо поосторожнее. Радиовышка. Мне как раз туда. Напряженный сегодня денек.
Где главный терминал? Как-то это не похоже на простой центр связи. Злобный вид. Если попадусь, мне конец. Нам пора прощаться. Новый приятель – результат очередного опыта. Это уже перебор. На месте. Так, подключить устройство.
Я на месте, подключила терминал. Ты хочешь взорвать весь остров? И дочку президента? А ты не сделаешь хуже? Полумеры здесь бесполезны. Слабые должны служить сильным. Хватит болтать, неси янтарь. Ты сможешь вернуться на остров, я все устроил. Поняла. Сделаю. Ну, Луис, как ты там говорил? Пора понять, Вескер. Я не всегда играю по твоим правилам. Все, готово. Всегда есть выход. Попался, Сэдлер. Так, где Леон и Сэдлер? Леон идет к святилищу. Пойду туда.
Еще чуть-чуть. Здесь как на иголках. В нашу паству! О, да светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Леон! Давай! Я тебя лишу жизни. Не бойся, твоим мучениям скоро придет конец.
хочешь завладеть могуществом святой плоти? Нет! Великие Лас-Плагас будут жить! База, прием. Груз у меня. Чувствую, придется объясняться на таможне. Молодец, Сада. Уходи немедленно. Поняла. Тебя кто-нибудь заберет. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке, Леон. Ада! Тебя с нами. Тебя надо очистить от грехов. Интересно. Вот это я и искала. Надо спешить. Yeah.
Бомба. Времени мало. О, дежавю. Как же ты меня заколебал. Пора заканчивать. Держись, Люм. Если поспешить. Помоги Леону! Скорей! Сейчас. Твоя святая плоть слаба. Что, бля, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор.
Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. До встречи, Леон. Леон! Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. Что мне с тобой делать? Но вертолет еще близко, сэр. Прикажете открыть огонь? Нет. Ее шалость ничего не меняет. У нас есть все, что надо. Работаем. Все по плану. Скоро эпохе людей придет конец.